Это Томас Шелби. Чёрт есть. Дайте отвечу. Всё? Блин, ну что делать? Сначала серьезно, потом любой. Ух ты! Сняли? Ничего себе! Ради этого стоило серию такую. Обыгрывай. Надо на этот мяч смотреть, нельзя на этот мяч смотреть. Не то, что не надо, нельзя. Только вы будете смотреть на мяч, все, вы проиграете. Здорово, Савельич. Англия. А это Савельич. Да, подальше, конечно. Да, молодец, что пытался. Так, это близко. Это один, один кувырок. Да? Подожди. Пиши, Андрей, концентрация. Да, да, ну угол, ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, курпнулся этого раза. Дюк, что такое? Хиль и Солюс здесь внутри, и у вас, смотри, какая, да, ровно, а вы вперед, и сразу чувствуешь все, окей? Пока. Тубен. Давай, давай, Марк, давай. Ну, понял, я терплю, не проходит вот так. Я уже... Не, я когда первый раз свел, не знал, что делать, тормозил, боялся. Потом попробовал один раз, и так всегда тебе работает. Сегодня я просто прям бегу, прям просто я ногу пропускаю. Да. Отвечай, попробуй. Можно атаковать, можно атаковать. Такой. Пока, готов, да? Все, пока! Да. Хороший. Ну, ноль! Смотри, немецкая! Удары взял, молодец! Да-да-да, отобрали, все, атакуйте, там, да, просто хороший. Здесь красиво. Мне садись! Играй! Что, сейчас забить? В любом случае, да, всегда право от ответного удара есть. Да! Да! Состояние до тренировки вот запомнили, ребят? Я запомнил. От души. Оставьте пацана, там лежит спокойно. Олег, давай. Давай. Вау! Выше, 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 выше. Вау! Смотри, там ров рядом. Там я видел, видел. С первой победы, кстати, Георгий. Ну, потом, когда я приехал в Россию, я уже сразу понял. Умничка, что да. Поэтому сбор визуально. Первый вратарь. Умничка, я рад, что ты понял. Молодец сегодня. Нога, знаю, болит. Об этом не думайте. А сядь, убим автор, окей? Давайте. Да, Муха. Супер. Ты сколько записал? Осталось. Лево. 12. 10 минут. Пока. Идем напротив, икроножна, пасарушта. Понятно. Напротив, икроножна, на плечо, икроножна. Давай, Далер. Да, Роман. 10 от плеча. Да, икроножна, расческа. Нет. Нет. В какую сторону? У тебя как по-татарски? Ну, если 10, значит, очень тяжело было. Нет, не было. Сейчас вопрос сегодня был как состояние. Сегодня устал. Тоже напротив. Нет, сегодня утром какая вот устал. Две сыграл всю игру. Две всю игру сыграл, 4 пишет. Ну, например. Ну, я просто примеры говорю. Джикин написал 8. Он две игры подряд сыграл по 90. Я понимаю. Не требует ни есть, ни пить.
без зарплаты работал. С 2006 года со мной везде. Джордана. Как они вот так стоят? Да, и вот это, Дюк, вот это. Вот она пошла. Там на подборе робот. Ну рядом, рядом. Все. Набы нет, да? Да, набы нет. Наба. Опа. Опа. Да. Это что, муха? Группы растолкают. Мне три не забьют. Победа. Они мне даже не забьют три. Ай! Готов? Ладно, пойду лучше прессе что-нибудь расскажу. Ты отметил Тюпу, когда я ему вальнул? Сразу. Блин, один из десяти, ладно. Он только ты ему, да, попал? Конечно. Тюпа машина. Бара по XG. Как раз у меня там на паузе стояла. Дюпинатор. В серии по XG лучший бара. Лучший вратарь, да? Я лучший. Дюпа лучше. Пойдем, все, закрывай. Тикток. Все, я не знаю. Че ты?